Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала «Розовое хобби». С вами Татьяна. Сегодня будем говорить не о розах. Весна – важное время в уходе за пионами. Весенний уход включает в себя очистку растений от остатков прошлогодних побегов на травянистых пионах, осторожное рыхление почвы, полив при необходимости и подкормки. Пионы рано просыпаются весной. Как только пион проснется и появятся молодые ростки, станут длиной 3-5 см, нужно освободить пион от остатков прошлогодних побегов. Не старайтесь вырвать эти побеги. Так вы можете повредить молодые почки. Я всегда обрезаю секатором. Это недолго. Затем очищаю пион от этих остатков и убираю их подальше с территории. Они могут служить разносчиками заболеваний. Пионы часто подвергаются инфекционным заболеваниям, серой гнилью, корневой гнилью, пятнистостью листьев. О моих обработках пионов от заболеваний я вам расскажу позднее. А пока о подкормках. За период вегетации пионы надо подкармливать трижды. В начале сезона, во время закладывания бутонов и в конце лета. Молодые, не цветущие еще растения не подкармливайте, кроме внекорневых опрыскиваний раствором мочевины 20 граммов на 10 литров воды. Для наращивания корневой системы проливайте растения гуматами. Один раз гуматом натрия, через неделю гуматом калия, в течение 2 месяцев. Обычно на 3-4 год жизни пион зацветает, тогда и нужны подкормки корневые. Я делаю первую подкормку рано весной, даже иногда еще лежит снег. Первая подкормка должна быть комплексными минеральными удобрениями. В это время очень важен азот для наращивания зеленой массы. Эта подкормка способствует образованию запасающих корней, которые растут в августе. Рано весной мы подкармливаем мочевиной 20 граммов на куст пиона. Подойдут также азофоска или весенние удобрения с гуматами. В целях профилактики заболеваний весной я рассыпаю вокруг куста пиона золу 1 стакан. Это укрепляет иммунитет растения. В древесной золе содержится большое количество калия, а также множество микроэлементов, очень важных для развития растения. Вторую подкормку пионам я даю в период формирования бутонов. Подкормка одинаковая и для травянистых, и для древовидных пионов. Во второй подкормке должно содержаться меньше азота, но большая доля фосфора и калия. Во вторую подкормку я обычно вношу удобрение минеральное, комплексное, пролонгированного действия. Если вы вносили уже в первую подкормку такое удобрение, то вторую сделайте внекорневой. Если у вас не оказалось специализированного удобрения для пионов, подойдет любое цветочное или для роз, например, фертика, бонафорте, мастер. Они хорошо сбалансированы для этой подкормки, содержат не только основные макро, но и микроэлементы, важные для пионов – железо, цинк, медь, кальций. Уважаемые любители цветов, не следует просто рассыпать удобрения вокруг куста. Всасывающие корни не смогут получить его вовремя. Ведь корни находятся внизу и вверх не растут. Я делаю несколько лунок глубиной 10-15 см, кладу туда удобрение и снова закрываю почвой. Если грунт сухой, то проливаю. Молодому пиону достаточно 2 лунок, а взрослому 4-5, иногда 6.
Обычно через неделю, когда начнут разворачиваться листовые пластинки, сделайте внекорневую подкормку нитроаммофоской из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Ну а если вы богаты таким удобрением, как Плантофол 5-15-45, то сделайте опрыскивание пиона. Через 2 недели, если пион еще не зацвел, можно повторить внекорневое опрыскивание. После цветения пионов нужно сделать еще одно кормление. Третий раз мы кормим пионы суперфосфатом и калием, то есть максимальное содержание фосфора и калия с минимальным содержанием азота. Если у вас нет калийных удобрений, насыпьте вокруг куста 1 стакан золы. Она не только защитит от болезней, но и укрепит растение на зиму. Или сделайте зольную вытяжку. 1 литр золы залейте горячей водой 10 литров и дайте постоять несколько часов. И пролейте 1 литр под куст. Дорогие друзья, такая несложная схема ухода за пионом позволит вам насладиться его пышным цветением. Как известно, пион не только красив, но и обладает очаровательным ароматом. Надеюсь, видео было вам полезно. Если так, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал, если вы не сделали этого раньше. Уважаемые подписчики, я благодарю вас за поддержку. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. С вами была Татьяна на канале «Розовое хобби».